Герб Конакова утвержден 27 апреля 2007 года. Так вот он выглядит, развивается. Заяц, русак и лиса. Вот это символизирует Конакова. Также на площади памятник святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Установлено при поддержке Совета депутатов города Конакова и семьи Шеляпиных. В общем, вот две достопримечательности на центральной площади в Конаково.